что они это. Короче, здесь берешь шерсть. Угу. Закручиваешь ее. Ну, просто как это, по спирали закручиваешь. Угу. Уже потом на нее. Так. Прям из-за уха. Угу. А, вот на нее на шерсть закручен лейкопластырь. Угу. Именно вот такой. Все, я поняла. И теперь его также по спирали закручиваем. Угу. На шерсть уже. Угу. Так, угу. Одно готово. Угу. Ну, то есть потом вот так подтянется. Угу. Ты мой красавец. А вспышка работает у камеры? Работает. Али. В некоторых случаях, когда сильно тяжелые уши, иногда впереди тоже так же делаешь. Угу. Получается двойная фиксация. Вот это так же. Просто любой другой лейкопластырь он отклеивается, он не держит. Ну я уже вижу, что он прям сильная фиксация. 10 килограмм. Кончики оставляю длинные, потому что периодически подтягивать приходится. А, и то есть я сейчас просто завязываю их и все, да? Да. Ну так смотрите, если здесь уже подоторвалось, угу, значит подклеивайте новый лейкопластырь. Угу. Зайчик-то мой, господи, прости. Будет чесать. Может до крови разодрать. Ну это нормально, да? Ну как нормально, переделываете, переделываете.